Инвестор высказал предположение о том, что цена биткоина вырастет до 4000 долларов в течение следующих 14 месяцев. Дэниел Мастерс, директор Global Advisor Bitcoin Investment Fund, предполагает, что биткоин откатится до 1100 долларов за токен, так как цена криптовалюты выросла слишком резко в такой короткий срок. Несмотря ни на что, перспективы остаются позитивными. Мастерс считает, что цена биткоина поднимется до 4000 долларов в ближайшие 8-14 месяцев.